Ну что, друзья, вода у нас упала. Сейчас будем пробовать ловить хайруза. Обычная подковая удочка, груз, жирный червячок. Погнали. Лапа клевочка. Немножечко перешел на другую быстрину. Здесь сами видите, течение помощнее. Сейчас попробуем. Вот он. Хороший хайрус. Первый на сегодня. Сейчас поставлю червяка пожирнее. Один. О, как хватает. За край прямо. И клюет уже в конце выброса. Уже полностью всю быстрину проходит поплывок. И в конце. Там не один, там их несколько штук. Пол червяка отпустил. Thank you.
раз. Так, покрупнее. Прям покрупнее, покрупнее. Ой-ой-ой-ой-ой. Этот вообще здоровый гад. Вот это кабаняра. Вот это хороший вообще хайрус. Грамм такой, наверное, 400. Прям хороший хайрус. Дал-дал, Гарри. Так, сейчас руки помою. Хоть они и пахнут, как говорят, огурцом. Но на огурец же он клевать не будет. И все они стоят в одном месте теперь, поднялись, чуть-чуть поближе поднялись. Сейчас аж два червяка насажу. Если эта противная мошкара даст, конечно, это сделать. Вот такой вот пучочек получился. Глубина совсем маленькая. Буквально тут может сантиметров 30. Это максимум даже 30. Идет как торпеда. Так. Видишь, что он разгибает. Или бойкий просто. Молодой, но бойкий. Такой вот малыш, такого, наверное, мы отпустим, потому что хайруса не так много в реке. Пусть плывет. Сейчас, друзья, попробую взять спиннинг и попробую все-таки на блесенку. Ни разу в жизни не ловил хайруса на блесну. Сейчас будем пробовать вместе с вами. Ах ты, блин, вот это, блин, мощь была прям. Первый же заброс и сразу бам. Вот это добрый. Прям дал-дал мне Гарри. Такой увесистый. Ух, хороший.